Добрый день. Здравствуйте. Значит, я в чат положил ссылку на присутствие. Пожалуйста, отметьтесь. Она не работает. Говорит, не принимаются еще ответы. Сейчас посмотрим. 10:30, 6.09. Это, наверное, какие-то часы в этом, в Майкрософте другие. Попробуйте сейчас. Работает. Работает. Хорошо. Так, отметились все. Все подключились к ТУИСу. Сейчас проверим. Да, давайте сейчас. Да, подключились. Давайте сейчас обсудим, что там на ТУИСе. Я зашарил десктоп. Видно все? Да. Да, видно. Хорошо. Ну, все, что первое, что вас интересует, это, конечно, БРС. Если это вас интересует. Итак, у нас три активности. Ну, поскольку первая состоит из двух частей, можно считать все четыре. Выполнение лабораторных работ. Самопроверка и взаимопроверка лабораторных работ. Доклады по темам. И итоговый контроль знаний. Баллы вот тут приведены. Все баллы посмотрели, да? Итак, давайте посмотрим подробно. Итак, у нас к лекциям идут темы докладов. На первую лекцию никто тему не стал выбирать. Ну, можете выбрать на следующий. Не обязательно, опять же. То есть вы сами выбираете, какие активности вы выполняете. Не обязательно выполнять все активности. Соответственно, сколько активностей выполнили, такую оценку и на такую оценку и можете рассчитывать. Итак, доклады. Тут у нас идет выбор тематики. Ну, так, это уже закрыт. Давайте. Вот у нас тут доклады. Да. Пожалуйста, превью. У нас на первой лекции недоступен выбор темы. А, да, конечно. Вот видите, там до какого числа было доступно. Хорошо, спасибо. Да.
тут доступно до, ну, тоже до субботы перед лекцией. А у нас же получается, что следующая лекция будет через 2 недели. Ну, в субботу перед лекцией. Это я ясно, я сказал, да? Вот у вас тут календарик. И тут, собственно, отмечаются какие события. Так, это лабораторные. Да, события по выбору не отмечаются. Значит, дальше выбираете тему. Доклад представляете. Вот тут описание, как представляется доклад. 7 минут нам дается на выступление. Критерии оценки. Вот у нас вот такие вот требования к докладу. Это критерии оценивания доклада. Соответственно, каждый критерий имеет свой балл. Все это суммируется и потом нормируется на количество баллов, которые выставлены на данной активность. На доклад у нас 16 баллов. Соответственно, все баллы будут выставлены на 16 баллов. Значит, тут у нас видеозапись занятий будет. Вы можете повторно посмотреть. Лабораторные. Лабораторные состоят из, собственно, задания и отчета выполнения лабораторной. Отчет у нас с самопроверкой, то есть вы сдаете. Через определенное время, когда заканчивается сдача лабораторных работ, переключается на оценивание, и вы ставите оценки. Давайте посмотрим, что у нас с оценками. Это у нас структура лабораторных работ, как делается. Для лабораторной работы делается пространство, которое выкладывается на гид, естественно. Работа самостоятельная записывается. Это вы все умеете делать? Все умеют делать? Думаю, да. Да. Значит, самостоятельная запись, ну, тут рекомендуется, как вы помните, ОБС. В принципе, вы можете использовать все, что угодно. А можно вопрос? А если вот мы не умеем записывать, там же вот на Дуисе все расписано, как это делать, да? Вот тут вот русским языком написано. И для тех, кто любит не читать, а смотреть, тут даже есть вставки видео. А также есть рекомендации по настройке. И рекомендации по устранению неисправностей в 10-й Windows. Понятно, да? А можно еще вопрос? Да. А на Маке возможно это делать или проще на Windows? На чем угодно можно делать. Ну, то есть все программы адаптированы? Да, просто конечно. В прошлом семестре были проблемы с Маком, и проще было делать все на Windows. А с какой программой были проблемы с Маком?
Честно говоря, не помню. Но там что-то не пошло, и все на Windows переключились. Ну да, с Mac'ом всегда проблемы есть. Это известная вещь. Это потому, что Apple хочет упростить жизнь пользователей. Чтобы они рекомендация на Windows делать. На Unix рекомендация делать. Понятно. Хорошо, спасибо. Значит, дальше. Выкладывается, естественно, на YouTube. На YouTube вы делаете плейлист под свои лабораторные работы. Значит, тут у нас записано, что так, выкладывание на YouTube. Не забудьте, что для того, чтобы на YouTube можно было выложить фильм, видео больше, чем 10-15 минут, вам нужно подтвердить свой канал. Тут все описано, то есть вы должны верификацию канала сделать, получить сообщение на телефон, записать его код подтверждения, и тогда ваш канал будет считаться подтвержденным, и вы сможете выкладывать видео больше 15 минут. Дальше. Соглашение об именовании должно выполняться, то есть при проверке должно быть видно, что это делали вы. Оценка лабораторных работ. Вот у нас то, что входит в лабораторную работу. Можете посмотреть, прочитать и задать вопросы, что вам непонятно. Но это все как обычно. Так что это для вас ничего нового тут не будет. Итак, у нас в лабораторную входит скринкаст выполнения лабораторной. Скринкаст вашей презентации, на которой вы защищаете лабораторную. Отчеты. Основной у нас для отчета формат Markdown. Из Markdown мы получаем PDF и DocX, тоже прикладываем. Должны быть подписаны все скриншоты. И ссылки должны быть на все скриншоты. И вот у нас критерии идут. Это у нас баллы, которые за каждый пункт критерия. Ну, все делалось таким образом, что у нас есть несколько блоков, групп критериев, и каждая группа дает одинаковое количество баллов в оценку. Оценка суммируется и нормируется на максимальное количество баллов, которое можно получить за лабораторную работу. Ну и ответы на самопроверка тоже смотрится, как отличается от оценки реальной. И тоже выставляются баллы в зависимости от кармы. У нас 6 баллов идет на саму лабораторную и 2 балла идет на взаимную оценку. Лабораторные выкладываются на Git. И ссылка на гид тоже присутствует. Соответственно, вот у нас идет чек-лист, который приведен к каждому выкладыванию. Тут написано, что у вас нужно сделать. Шаблон отчета, шаблон презентации. Дальше у нас идет лабораторная работа. Первая лабораторная работа – это основная установка операционной системы на VirtualBox.
Ну, в принципе, на что хотите, на то и ставьте, по большому счету. Значит, что у нас с установкой операционной системы? Мы будем работать в Linux, но потому что у нас лабораторные работы в этот раз по безопасности именно операционной системы Unix. Соответственно, у нас дискреционные права доступа, мандатные права доступа. Ну и в конце элементы криптографии. Поскольку у нас в качестве мандатной системы используется C-Linux, а C-Linux реально используется на операционной системе Red Hat, на дистрибутиве Red Hat, то рекомендуется для установки и работы некий дериватив Red Hat. Их несколько. CentOS, например. Можно поставить и старую, шестую, седьмую, восьмую. Это, в принципе, разницы большой нет. Тут следует заметить, что, конечно, сейчас CentOS фактически умер. То есть изменил идеологию развития. Поэтому вместо него можно использовать, например, Rocky Linux. Это тоже дериватив Red Hat. Alma Linux. Ну, несколько деривативов есть. Любой дериватив Red Hat вы можете использовать. Тут главное то, что у нас должен быть C-Linux. В деривативах Debian, в том же Ubuntu, у нас используется другая система мандатного доступа, AppArmor. И он для выполнения лабораторных этих не подходит. Ну, вот так вот. Это понятно, да? Кроме того, в первой лабораторной работе для... Основная часть лабораторной – это вот установка операционной системы, вы ее описываете, вставляете и так далее. Для целей того, чтобы вы вспомнили, у вас идет описание работы с Git и описание работы с Markdown. Отчета по этим двум, да. А, вот как раз я хотел спросить про вот эти вот про Markdown и про вот это вот, которые вот в первой папке, вот по первой лабораторной. То есть нам нужно сделать только вот эту вот первую лабораторную, а вот вторая, да. Третья, которая там, это для помощи просто, да? Это для помощи, да. Ага, спасибо, спасибо. То есть по ним отчета не нужно, это чтобы вы вспомнили, если вы забыли, освежили в памяти, как все это делается, только для помощи. Можно еще вопрос? Да. У нас уже был же предмет, по-моему, это было администрирование операционных систем, где мы уже устанавливали на виртуальную машину, по-моему, как раз-таки CentOS. Вот смотрите, можно... нет, заново ставите. А, хорошо. Да, у нас, видите, сколько групп, и не у всех этих групп было администрирование операционных систем. Поэтому у нас это вынесено. Да. А у нас получается предмет раз в две недели. А мы лабораторные сдаем каждую неделю или раз в две недели? Значит, давайте посчитаем. У нас предмет длится семестр. Лабораторных сколько штук? 8, я так понимаю. 8. 16 недель. 16 разделить на 8 получается.
Вот тут у нас есть календарик. Видите, вот тут написано, что должно происходить в этот день. Вот я поэтому спросила, то есть если раз в две недели, то почему там... Что? Там на каждой неделе какая-то... А вы поднести мышку не пробовали, прочесть, что там пишется? Вот, суббота, 2 октября, лабораторная номер 2, отчет о выполнении. Суббота, 9 октября, лабораторная номер 2, конец оценивания. Все, поняла, спасибо. Так, ну вот, собственно, все основные фрагменты нашего изучения. Есть ли вопросы какие-то? Да, есть пара вопросов. Да. Первый вопрос по поводу докладов. У нас доклады также выбираются по группам, то есть внутри группы доклады повторяться не могут, а между группами могут. Да, конечно. Ну, тут не группа, а имеется в виду этот, направление, внутри направления. Потому что в некоторых направлениях несколько групп. Понятно. И второй вопрос по поводу ГИТа. В прошлый раз, когда мы на мат-моделировании тем же самым занимались, вы в итоге отменили версионирование, по-моему. А нам сейчас нужно делать... Да, делаете версионирование, да. Сейчас уже надо. Да. Извините, а версионирование — это когда мы коммитим правильным образом? Да, когда вы коммитите правильным образом, чтобы у вас были семантические версии, знаете, минор, мажор, патч левел. И, кроме того, у вас на GitHub должны быть под каждый, ну, как вы сдали, у вас должен быть релиз. На GitHub есть там релизы, и должен быть релиз. А этот регламент именно коммитов там указан на нашем тейсе? Ну, чтобы мы точно понимали, как правильно коммит. Давайте посмотрим. Что у нас тут есть? Так. Настройка идет. Устанавливается GitFlow. И GitFlow, соответственно, делает... Два бранча по умолчанию. Это мастер и девелоп. Разработка идет в девелопе по Git Flow. В конце разработки вы устанавливаете релиз на мастер. Соответственно, сами выставляете номера по семантическим коммитам. И вот этот вот релиз, который на мастере, вы выставляете в качестве релиза на GitHub. А все вот эти вот правильные порядок коммитов поддерживает GitFlow. Это понятно? Это вы помните, да? Ну. Значит, если будут проблемы, если будут вопросы, пожалуйста, на лабораторной работе
у вас время для лабораторных работ есть, вы можете их задать. И я могу ответить, просто чтобы был более внятный вопрос. Сейчас я не совсем понимаю, что вы спрашиваете. Я спрашивал именно текст коммита, как правильно писать. Это общепринятый, хотите сказать, да? Вот есть даже стандарт. Есть хорошо, даже на русском языке. Даже есть на русском языке. Тут, видите, достаточно много написано, как пишется текст коммита. Да, хорошо. Я просто думал, что у нас свой. Нет, у нас будет стандартный. Мы ничего своего не придумали. Понятно. Мы используем стандартное. Это называется ангуляровское соглашение. Вот оно. Тут ссылочка, пожалуйста. И тут более подробно, ну, наверное, больше воды. Это ангуляровское соглашение. То есть у нас ничего нового, все стандартное. Хорошо. Да. А можно, пожалуйста, еще один вопрос? Вы говорили, кто-то спрашивал, что нужно еще раз устанавливать виртуальную машину и все вот эти вот штуки типа Markdown, да? Ну, если у вас не стоит. А если стоит, можно не делать? Нет, это? Markdown ставить не нужно. То есть описывать это не нужно. Еще раз, вам нужно описать установку виртуальной машины. А если она уже установлена? Ну, еще раз, установите и опишите. Это составит вам труда. Труд. Просто, по-моему, у меня были проблемы с этим. Не хотелось бы с ними снова сталкиваться. И у вас в рабочем состоянии виртуальная машина? Да. Ну, найдите материалы по тому, как вы ее ставили, и в отчет вставьте. Хорошо. Спасибо. А вы не знаете случайно? А может, вопрос? Так, слушай. Вот у меня уже стоит машина, вы не знаете, если я сейчас ее программу в самый VirtualBox удалю и установлю заново, у меня останется сохраненная виртуальная машина. А зачем ее удалять, VirtualBox? Она остается, да, сама по себе? Именно у меня да, стоит. Да, зачем? Нам же установку... Нам не нужно описывать, как вы VirtualBox устанавливаете. Он устанавливается с помощью одной команды в консоли. А нам нужна установка именно операционной системы. А, то есть мы описываем только установку операционной системы, да? Да, да. Ну, хорошо. А видео выполнение работы и презентация – это два разных видео? Или да, можно соединить два, это два разных видео. Хорошо. А вот еще вопрос, пожалуйста. Если будут какие-то вопросы по лабораторным или еще почему-нибудь, вам лучше куда их задавать? Писать на почту или в Тимсе? Нет, в Тимсе точно не нужно. Вы в Туисе можете задавать эти вопросы. В Туисе там есть, как я представляю, Teams я не смотрю, а в Туисе есть, наверное, вот такая вещь, как чат. Нет, вот он, чат, да? И вы можете написать мне тут сообщение в этом чате. Я думаю, это самое простое. Ну или, если вам сложно, можете на корпоративную почту писать. Еще вопросы?
Дмитрий Сергеевич, а можно вопрос немного не по предмету, а по другим предметам с вами? Слушаю. У нас вот были предметы по выбору на этот год. Это компьютерный практикум по телекоммуникациям с вами и по моделированию с Аннелой Славовной. И такой вопрос. Просто в Teams у нас показан только практикум по моделированию. А ну, что лично за практикум по телекоммуникациям? Я первый раз слышу. Ну, вот, похоже, что... Ну, это вот у нас было в выборе предметов. Возможно, его как ввели, так и убрали, либо забыли я давно. Я вообще к телекоммуникациям никакого отношения не имею. Хорошо. Значит, это ошибка самого расписания. Наверное, значит, это какой-то глюк был, да. Хорошо. Может быть, это не у меня по телекоммуникациям? Не-не-не-не-не-не. Там четко говорилось в прошлом году в предметах по выбору, то, что есть практикум по телекоммуникациям, есть практикум по моделированию. Один ведете вы, а второй ведет Анна Владиславовна. Вот. Скорее всего, просто как-то непонятки какие-то, не разберитесь с деканатом, потому что они дают странный выбор, о котором преподаватели не знают. Да, я... Потому что по мат-моделированию мы вместе с Анной Владиславовной этот курс, ну, она ведет, а я помогаю ей вести его. А, может быть, он раньше назывался по телекоммуникациям, не знаю, может быть, да, действительно, может быть, проблемы с... Потому что он только первый год на нас упал в прошлом году, до этого его вел Дмитрий Козырев. Так что нет, я не веду по телекоммуникациям точно. Я даже не знал, что у меня есть такой предмет. Вы, так сказать, открыли мне глаза. Хорошо, тогда просто остается моделирование. Спасибо. Моделирование. А у вас моделирование сегодня? Да. Да, сегодня. А кроме него, что у вас есть? У нас с вами после этого, по-моему, если я не ошибаюсь, будет перерыв сейчас полтора часа, и потом снова пара по информационной безопасности. Но и это вот после него... перерыв не у меня, а у вас, да, может, перерыв, потому что у меня опять информационная безопасность с другими группами, потом опять информационная безопасность, а потом компьютерный практикум по мат-моделированию. Да. И сетевые технологии, это, наверное, третий курс. Извините, а вот семинары, получается, у нас по информационной безопасности будут проходить так же, как и по прошлым предметам, то есть мы свободны и занимаемся выполнением лабораторных. Да, да, да. Но я надеюсь, что у вас возникнут вопросы. Это не семинары вообще, а лабораторные работы. У вас вполне могут возникнуть вопросы. Или не могут возникнуть? Но если я, например, сделаю лабораторную раньше, то я могу не приходить на пару? Ну, тут тонко следующее. У нас рассылка прошла в начале, перед семестром. То, что будут требовать... В этом году уже, скорее всего, обязательно журнал посещений. У меня вот эта ссылка. Одна ссылка на посещение лекций и вторая ссылка на посещение лабораторных работ. Соответственно, ссылка на посещение лабораторных работ я ее записываю постоянно и потом сформирую отчет, кто когда присутствовал. Я думаю, что вам оптимально будет отмечаться, что вы присутствуете в это время. Ну, то есть главное отметиться, а потом можно... Это идти. Ваше дело, да. Это вы работаете в произвольном режиме, а вот отмечаться... Мне это не нужно, это отмечание. Мне это не важно, а вот руководство разослало то, что они хотят видеть, то, что вы присутствуете.
Хорошо, поэтому... спасибо. Угу. Можно еще вопрос? Вот как в прошлый раз, нам нужно делать два видео, получается. Одно скринкаст, второе презентация, верно? Именно так. Хорошо, спасибо. А за отсутствие веб-камеры сколько штраф по баллам? Ну, сколько недосдачи будет по баллам? А вы посмотрите там. А, ну хорошо. Там у нас 3 балла без камеры и 6 баллов с камерой. А что у вас с веб-камерой случилось? У меня сменился компьютер. Раньше был ноутбук, теперь у меня стационарный компьютер. Что мешает вам подключить телефон в качестве веб-камеры? Ну, я попробую. Там есть описание, если вы обратите внимание, как подключить телефон в качестве веб-камеры. Для этого нужно установить программу на телефон и драйвер на операционную систему, в зависимости от того, какую операционную систему вы используете. Программа по ссылке есть в бесплатном виде и в платном. Платный вариант добавляет HD разрешение, то есть 720p и 1080p. Но проблема в том, что большинство телефонов не могут нормально передавать это разрешение. То есть в разрешении 1080 при передаче на компьютер из-за латентности в разных местах. Ну и поскольку все это через софт гонится, а не железно, возникает отставание камеры от изображения. То есть звук отходит от изображения. Поэтому бесплатной версии будет более чем достаточно. Ну вот так вот, как-то так. То есть телефон вполне справляется с веб функциям веб-камеры. Передавать можно как по USB, так и по Wi-Fi. Передавать можно как видео, так и голос. Еще вопросы? Там написано, что можно выполнять в дисплейном классе. Да, конечно. Там есть камеры? Или вы не знаете? Да, есть камеры. Только дело в том, что на вас не выделены слоты в дисплей-классах, просто потому что их нету. Вы можете посещать дисплей-классы и выполнять все это во время, наверное, самоподготовки. То есть это вечером уже. Ну, то есть ситуация следующая. У нас есть с этого семестра уже переход на очное обучение, кроме пока лекций. И семинары у нас идут, уже стараются лабораторные переводить в очный формат. Но из-за того, что основной упор делается на младшие курсы, то есть первый, второй курс, и из-за того, что по требованиям рассадка очень свободная, то есть несколько человек в дисплейном классе, то дисплейных классов фактически не хватает. Поэтому у нас для старших курсов лабораторные оставили пока в удаленном виде, поскольку просто нет места в дисплейных классах.
Но вы можете туда прийти во время самоподготовки, опять же, учитывая рассадку, то есть, чтобы там было не больше определенного количества человек в классе, и выполнять. Там есть камеры на моноблоках, и вы можете записывать все это, конечно, если вам это удобно. Я понятно объяснил? Хорошо. Еще вопросы, пожалуйста. Тогда давайте обсудим, чем мы, собственно, занимаемся. Фактически для того, чтобы вы имели определенное представление об информационной безопасности, у нас два курса есть. Это вот этот курс в бакалавриате. Информационная безопасность, он для всех направлений. Он должен давать общие сведения. И курс в магистратуре. Там идут математические основы информационной безопасности. И там вы должны получить... Вот сейчас меняется очень интенсивно программа, поэтому он, скорее всего, остается только у одного направления. Ну, хотя я не могу утверждать. Там вы получаете знания по математическим основам криптографии. Этот курс широкого, который вы сейчас изучаете, широкого назначения. И фактически вы узнаете основные элементы информационной безопасности. Если вы посмотрите на темы лекционных занятий, то у нас идут следующие направления, которые вы изучаете и о которых мы беседуем. Это общая безопасность, но в основном... Что у нас в эту безопасность входит? Это у нас ну, наверное, это все можно объединить под названием социальная инженерия. Представляете, что такое социальная инженерия? Да. Ну да. 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 Кевина Митника помните? Помню, кстати, что удивительно. Очень хорошо. Человек, который за это получил реальный срок. Не всем удавалось так дойти к успеху, как ему. Но зато потом сумел монетизировать этот успех, открыл фирму по безопасности. Правда, нельзя сказать, чтобы она особо процветала. Наверное, потому что в этой области можно процветать только имея аффилиацию с государственными структурами. Ну и вот разного типа атаки, социальной инженерии и плюс к этому разные вещи, которые... и считали с основой информационной безопасности в конце 80-х, начале 90-х. Это всякие вирусы, трояны, руткиты, черви и так далее. Первый, кстати, у нас ну, задокументированный вирус, это был червь Моррисона. Это вы тоже помните, да?
А это уже не помните, Червя Моррисона. По-моему, что-то припоминаю. Кажется, да. Ну, если не ошибаюсь. Он вроде был не прям вредоносный, он просто что-то выводил на экран постоянно. Он, да, он не планировался вредоносным. Он просто, ну, потому что у него это была работа на лето. В Америке любят школьные проекты. Дети должны делать какую-нибудь ерунду и представлять ракету из картона, например, представлять в виде проекта. Ну, а поскольку у него отец руководил вычислительным центром, то он попал летом в этот центр и решил сделать программу, которая посчитает количество почтовых серверов в сети. Тогда сеть была маленькая. Но что-то пошло не так, как всегда. И эта программа стала вредоносной и, наоборот, остановила функционирование почтовых серверов в сети. Но, впрочем, все делались легким испугом. Наверное, потому что он, в отличие от Митника, был аффилирован с государственными структурами. Дальше у нас идут угрозы сетевой безопасности. Мы должны посмотреть, вспомнить семиуровневую модель ISO-OSI. Вы ее помните? Помним. Да. Да. Помните модель ISO-OSI. Вспоминаете модель ISO-OSI, там на каждом уровне можно организовывать безопасность и вспомнить основные атаки и основные варианты защиты на каждом уровне. Ну, нельзя сказать, что это самые популярные атаки сейчас. Раньше-то, когда все это только начиналось, действительно, это были самые популярные атаки, но сейчас уже к этому относятся более спокойно, тем более есть всегда защита. Но, впрочем, время от времени возникают, ну, например, вирусы, которые притворяются DHCP-серверами для того, чтобы раздавать на DHCP-запросы DHCP-ответы, представляются сами маршрутизатором и перехватывают пакеты. Кстати, ну, наверное, лет, ну, около 7-8 назад была эпидемия таких заражений. Может, и 10 лет назад, уж не вспомню. И вирус этот до сих пор встречается на флешках у людей. Ну, вот. Я думаю, он уже давно не работает. То есть тот человек, который пытался на этом какую-то выгоду получить, а вирусы и все это сейчас делается именно из-за выгоды. Если раньше это все служило каким-то непонятным целям отдельных людей, типа пионерская деятельность, показать, что ты самый крутой, то сейчас это все служит целям вымогания денег. Ну и сейчас последний хит — это какой? Какой последний хит в этом отношении? Не вспомните? Хороший вопрос. Вымогание биткоина? Ну, биткоин — это всего лишь навсего средства. А
атака идет путем шифрования данных. Что вы пропустили последние атаки, когда зашифровывались большие объемы данных и требовались выкуп за то, чтобы получить ключ расшифровки? Видел в интернете, но не встречал. А до вас лично это не доходило? Нет, повезло. Ну да, значит, дойдет. Вы говорите про атаку на компанию CD Projekt Red? Ну, последняя. Ну, это уже не последняя, но на них тоже это было. На всех сейчас идет такая атака на Западе. Я думаю, что у нас достаточно бесполезна такая атака. Потому что никто такие деньги платить не будет. А на Западе вполне можно получить деньги с людей. Ну, и вторая атака – это уже вполне официальное прослушивание телефонов. Помните скандал, когда он был месяца два назад, когда обнаружилось, что прослушивались телефоны журналистов и политиков? Это вы про весь мир или про Россию? Я просто не совсем в России. А что, в России кого-то нужно подслушивать? Нет, я просто про пакет Яровой знаю немножко. А, пакет Яровой — это не прослушивание, это все официально. Это СОРМ, это делается через государственные приказы. Тут какое прослушивание? Это все официально делается. А там именно прослушивание разных политиков. Фирма израильская, естественно, все это делала. Но кто прослушивал, так и не всплыло. Прослушивались телефоны одной известной марки только. Но поскольку они самые модные, то прослушивались очень много народу. Ну и вот это. Но Xiaomi — это, во-первых, не марка оборудования, а всего лишь навсего лейбл. Они сами, боюсь, уже вообще ничего не производят сами. Они типа нашей компании Borg. Знаете такую компанию Borg? Да. Это которые стиральные машины? Она все делает, бытовую технику. Дорогая бытовая техника. Или итальянская компания Смег. Тоже знаете такое, да? Ну вот. Смег, в принципе, по-моему, большей части каких-то компаний, которые бытовую технику делают, производится на их заводе, короче, эта техника. Он сам ничего не производит, он покупает, он заказывает другим компаниям, они делают дизайн смеговский и клеят шилдик. Xiaomi тоже заказывает другим компаниям, многим компаниям, которые делают по заказу Xiaomi что-то и лепят его шилдик, и все. Сам он не делает. Да. Я перепутала с другой компанией, какая-то, которая производила бытовую технику для яхт. И они сейчас очень многим компаниям бытовую технику, в принципе, производят. Я про это говорила, перепутала со смехом. Нет, есть вот такие ноунейм-компании, которые делают, а есть те, которые очень известны и клеят свой лейбл. Так что Xiaomi клеит свой лейбл. Но они поднялись на том, что они подавали себя как очень дешевое оборудование, очень качественное, очень дешевое. А сейчас они, они были не очень качественными, но зато очень дешевыми, а сейчас они уже перестали быть
очень дешевыми, а по ценам вполне сопоставимы с другими, даже выше. Но при этом, да, я уверен, что есть определенные любители именно Xiaomi. Далее у нас идет защита сетей. В основном это административная защита сетей. То есть то, что вы знаете, это фаерволы, ИЦИ, модное направление сейчас DLP. Разница в том, что ИЦ защищает нас от внешнего врага, а DLP защищает от внутреннего врага, потому что основной враг каждой компании находится внутри этой компании. И основные расходы тоже внутри компании. То есть вот хорошо было бы, чтобы не было в университете ни студентов, ни преподавателей. На них расходы бы не шли, а студенты бы просто платили деньги. Вот это было бы хорошо. И основные утечки идут именно изнутри. Самые опасные утечки. Поэтому если раньше, ну, в начале 2000-х, основную часть административной защиты сетей составляли ИЦИ, Intrusion Detection System, то есть системы противоборства с внедрением, обнаружением внедрения в сеть, то в 2010-х годах склонилось... Весы склонились в сторону DLP, то есть Digital Leak Prevention, предотвращение утечек информации, то есть которые проверяют функционирование внутри сети и пытаются отлавливать инциденты, связанные с утечкой информации из сети. Но опять же, внутри российских компаний это еще не так распространено. Ну, хотя вот, например, у нас новый ректор, поскольку он юрист, то он сейчас пытается особое внимание этим вещам оказывать, то есть защитой от утечек информации изнутри компании. Ну, вот мы с сетью тут завершаем и переходим дальше к критериям безопасности информационных систем. Ну, тут у нас в основном нормативные вещи критериев. Ну, вы, наверное, знаете, самый известный, просто один из первых критериев – это оранжевая книга. Слышали такое? Нет. Это только критерии... Что вы слышали? Только? Только зеленую. Зеленая книга. Зеленая книга – это Муаммар Каддафи. Да, вы это имели в виду, да? А вы читали? Читал, смотрел, да. Вы как все, значит, смотрели? В фильме есть зеленая книга. А, фильм вы имеете в виду. Да. Вы сейчас какую-то презентацию показываете? Нет, нет, не показываю пока. Просто. Значит, оранжевая книга у нас... Уровни безопасности систем А, Б, С, Д. И она была одна из первых документов, которая задает критерии безопасности. И широко, это 83-й год, широко использовалась, но пока ее постепенно в 90-х годах не сменили
другие критерии безопасности. В том числе и российские. У нас есть российские критерии безопасности, по которым сертифицируются российские операционные системы, информационные системы, ну и используемые в России информационные системы. Такое вот импортозамещение. Ну, можно посмотреть общую информацию по этому, но в принципе нельзя сказать, что это является жизненно важной информацией, потому что пока с российскими операционными системами и информационными системами вряд ли вы будете широко сталкиваться в повседневной жизни. А вот с западными пока еще да. Но, может быть, импортозамещение скоро у нас заменит все западное всем нашим. Дальше у нас идут формальные модели безопасности и безопасности операционных систем. Ну вот у нас лабораторные работы посвящены как раз практическому изучению формальных моделей безопасности операционных систем. Тут мы выделяем дискреционную безопасность. Это наиболее известная вам безопасность. Чаще всего вы с ней сталкиваетесь. И мандатную безопасность. Ну, в частности, в мандатной безопасности реализации есть сейчас достаточно много. Наиболее известный, наиболее зрелый является Selenux. Это реализация безопасности, разработанная Агентством национальной безопасности США. Они ее разработали и в свободный доступ дали. Была первая и вторая версия. Ну, первая версия была очень интересная, но настроить ее было очень сложно, чтобы она работала. Вторая версия сейчас используется в дистрибутивах Red Hat-овских. Очень высокий уровень безопасности этой версии и работает прямо из коробки. Поэтому мы и используем дериватив Red Hat, ну, в частности CentOS, например, потому что именно в этих деривативах нормально работает мандатная безопасность. В других, конечно, все это похуже выглядит. И в конце у нас идет криптография. Ну, это основа криптографии. Можете назвать основные типы криптографии, которые применяются? Никто не вспомнит? Хеширование, может быть. Есть хеширование. Есть такая буква в этом слове. Еще какие буквы? Рассечение. Что? Рассечение, может быть, говорю. Что такое рассечение? Разнесение. Что значит разнесение? Я первый раз слышу такой термин. Может, это какой-то перевод с английского на неанглийский? Ну, это разделение защищаемой информации на массивы данных. Если она утечет, то ну, раскроется не полностью.
А где же тут криптография? Согласен. Значит, у нас есть три типа криптографии. Ну, конечно, это хеширование, хеш-функция. Еще есть симметричная криптография и асимметричная криптография. Знаете о таких, да? Да. Да. И с асимметричной криптографией связана истерия по поводу квантовых компьютеров. Считается, что квантовые компьютеры могут вскрывать асимметричные криптосистемы. А на них базируется очень много. И в результате тот, кто построит квантовый компьютер, сможет контролировать всю зашифрованную информацию. Так что можете строить квантовые компьютеры. Правда, нельзя быть уверенным, что они реально существуют в природе, что можно построить. Но важен сам процесс и получение денег за этот процесс, а не результат постройки квантового компьютера. И какие применения криптографии в вашей жизни есть? Можете рассказать, как у вас криптография в вашей жизни проявляется? Вот это вот сейчас вот с Юпитера было сообщение, так в фильмах фантастических что-то булькает, и кто-то что-то говорит. Совершенно не услышал, что было сказано. Ну, в мессенджерах, например, используются во всех шифрование, да. А в чем разница между симметричной и асимметричной криптографией? Принципиальная. Если не ошибаюсь, там используется в асимметричном открытый и закрытый ключ, а в симметричной один и тот же. Да, то есть проблема симметричной криптографии в том, что нужно передавать ключи. То есть просто так ключ не передашь. Если у вас есть ключ, то для того, чтобы другой человек прочел это сообщение, этот ключ нужно ему передать. А в асимметричной криптографии у вас два ключа, как вы правильно сказали, и то, что записано одним, можно прочитать другим. Поэтому вы можете раздать, если вы хотите, чтобы все знали эту информацию, вы раздаете свой ключ открытый, шифруете своим закрытым ключом, и все могут прочитать. С другой стороны, если вы хотите, чтобы прочитал только конкретный человек, вы шифруете информацию открытым ключом этого человека. И ее можно прочитать с помощью закрытого ключа этого человека. То есть открытый и закрытый ключ дополняют друг друга. А открытый и закрытым они становятся только по договоренности, то есть мы договариваемся, что определенный ключ будет закрытым и хранится секретно, а другой ключ будем называть открытым и передавать всем. Мы могли бы их поменять местами и точно так же один назвать закрытым, другой открытым. Ну и хэш-функция используется для подписи сообщений.
В чем суть хэш-функции? Скажите мне. Ну, по факту она просто сворачивает большой объем какой-либо информации. Ну, для примера, если есть большой, в очень краткий сжатый вид за счет какого-то алгоритма шифрования. И получается, что этим же алгоритмом дешифровки можно получить уже результат на выходе изначальный. Ну, то есть хэш-функция, да, делает слепок. С любого сообщения хэш-функция имеет фиксированную длину сообщения хэша, и оно переводит любое сообщение в это короткое хэш-сообщение. Соответственно, у нас хэш-функция должна быть устойчива в двух смыслах. Первый смысл – то, что по хэш-сообщению нельзя восстановить исходное. Ну, это логично. По 128 байтам нельзя восстановить «Войну и мир». И вторая устойчивость – это устойчивость в том смысле, что разные исходные сообщения дают разные хэши. То есть достаточно заменить одну букву в исходном сообщении, и хэш будет отличаться. Поэтому вот эта устойчивость во втором смысле используется для цифровой подписи. То есть нам достаточно с информации, с письма или с документа сделать хэш. Все открыто, открытая информация, как это делается. Потом зашифровать этот хэш с помощью своего закрытого ключа. И тогда все остальные, обладая вашим открытым ключом, могут расшифровать хэш и получить его значение, и б посчитать хэш сообщения заново и сравнить с тем, который пришел от вас. Если эти хэши совпадут, это значит, что сообщение совпадает с тем, которое послали вы, поскольку даже изменение символа поменяет значение хэша. Поскольку хэш зашифрован с помощью закрытого ключа вашего, то невозможно поменять сообщение, сгенерить новый хэш и зашифровать этот хэш опять. На сочетании асимметричной криптографии и хэшей и базируется идеология цифровой подписи. Таким образом, всегда можно удостовериться, что это вы. И сейчас цифровая подпись, как вы знаете, используется интенсивно. Например, в госуслугах. На данный момент для того, чтобы в госуслуге использовать цифровую подпись, вам нужно заказать цифровую подпись на внешнем носителе у провайдера цифровой подписи. Но сейчас происходит переход на облачную цифровую подпись. И такая облачная цифровая подпись используется, например, в кабинете налоговой. У вас есть аккаунт в налоговой инспекции? Да. Блин, да, недавно вот завел. Правильно. Это очень полезно. И вот если вы заметили, что там все операции проводятся с помощью электронной подписи, и эта электронная подпись может быть или в виде ключа на носителе, или в виде облачного ключа, облачной
электронной подписи. Ну, большинство людей именно облачно-цифровой подписи выбираете. А вы какую выбрали? Облачная была. Облачная, да. Меньше головной боли. И, скорее всего, и на госуслугах, и так далее, будет переход на облачную подпись. На данный момент при работе на госуслугах цифровая подпись нужна в первую очередь, если вы юридическое лицо, то есть участвуете, например, в торгах или так далее. Но в дальнейшем, скорее всего, как в налоговой, расширят область применения данных вещей. Ну вот, мы должны будем обсудить варианты этой цифровой подписи и шифрования открытого, закрытого, симметричного. Ну и в конце уже в декабре, ближе к Новому году, праздничное настроение, и можно будет обсудить разные программные атаки. Какая у нас самая распространенная программная атака? Может, DDoS? Нет, не сетевая атака. А, программная. Brute force. Brute force – это тип атаки, как она осуществляется. А механизм атаки наиболее известный, наиболее распространенный – это атака на переполнение буфера. И чем вызвана эта атака? Почему происходит переполнение буфера? У каждой программы есть какое-то определенное место, которое выделено под буфер, и смысл в том, чтобы его переполнить и повесить программу. Смысл в том, чтобы не считать. Не считается это переполнение, никто не считает. И сейчас модны разные языки программирования, которые контролируют это переполнение буфером. Например, какие языки у нас пытаются быть безопасными? Ну, например, широко известный язык Rust. Знаете такой, да? Да. Да, вот. Одна из его основных идей – это безопасность и контроль буфера. Ну, естественно, из-за этого идут разные накладные расходы. Ну вот, я вижу, что у нас время подошло к концу. Затем прощаюсь с вами. До встречи на лабораторных. До свидания. 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 Дмитрий Сергеевич. Да. У нас следующая пара лабораторная. Нам отсюда выходить? Или... Да, да, потому что у вас другая ссылка. Ага, понял, хорошо. Угу.